Установившаяся теплая погода на руку сельчанам. В районах республики продолжается уборка урожая, картофеля и овощей. Наша съемочная группа побывала на полях хозяйства Мураты Вурнарского района. В хозяйстве Мураты картофель в этом году посадили на площади 160 гектаров. На сегодня осталось убрать 35 гектаров. Сейчас в поле с раннего утра и до позднего вечера работают 3 комбайна. Осталось еще 3-4 дня поработать. И все, говорится. И потом начинаем реализацию картофеля. Урожайность картофеля в этом году радует сельхозтоваропроизводителей. Из гектара собирают больше 300 центнеров. Сейчас в хозяйстве все силы бросили на уборку, чтобы успеть до непогоды. На территории хозяйства Мурата, Вурнарского района, вот есть техника полным ходом работает, ночное время. И мы надеемся, что этот пример будет, кажется, заразительным для всех хозяйств, где убирают картофель, что они использовали хорошие погодные условия, даже для уборки картофеля, даже на ночное время. Всего в республике, по данным, на 15 сентября убрано более 120 тысяч тонн картофеля с площади почти 6 тысяч гектаров. Лидеров традиционно Батыревский и Комсомольский районы. Среди лучших по урожайности второго хлеба – Чебоксарский и Канашский районы. Кроме картофеля, в республике продолжается уборка зерновых. На сегодняшний день мы убрали с площади 267 тысяч гектаров зерновые, зернобобовые культуры убрали. Намолотили 548 тысяч тонн зерна в бункерном весе. На сегодняшний день закончили уборку зерновых культур на Ячинском, Батырском, Сумовских районах. Сейчас на Горню где-то не убрано, примерно остается около 10 тысяч гектаров. Мы надеемся, что при таких погодных условиях в течение 3-4 дней все зерновые культуры уберут с полей нашей республики. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Олег Якимов. Республика.